В выходные в Набережных Челнах прошел первый этап первенства и чемпионата Республики Татарстан по картингу на Кубок КАМАЗа. День начала соревнования ознаменовался еще одним событием. На Челнинском картодроме торжественно открыли учебно-познавательный городок для самых маленьких автолюбителей. Челнинцев от 2 до 7 лет здесь ждут с 22 мая. О том, как это было, расскажем далее. Маленькие автолюбители стали первыми участниками дорожного движения в этом автогородке, имитации настоящего города, в котором есть главные объекты Набережных Челнов. И не случайно первой машиной, стартовавшей на учебной трассе, стала модель КАМАЗа. Техногород – это совместный проект автогиганта и команды КАМАЗ-мастер. Площадку оценило и руководство города. Это будет та инфраструктура, тот механизм, который будет вовлекать то, что для нас самое важное – это наши дети. После открытия автогородка стартовал чемпионат республики по картингу. Его участниками стали не только пилоты из Татарстана, но и из Удмуртии и Пермского края. Всего более 60 человек из 11 населенных пунктов. Каждый был настроен на победу. Для меня важны эти соревнования, я очень хочу сильно выиграть. Настрой идеальный, все хорошо, машина готова, к соревнованиям готов полностью. Дождь, начавшийся буквально после первого заезда, соревнованиям не помешал. Пилоты сменили резину на дождевую и продолжили гонку. Для участников помладше такие погодные условия стали испытанием. Вдруг тебя развернет, там вдруг в тебя кто-то влетит. Тоже развернутый. Надо поворачивать руль и в противоположную сторону голову. Несмотря на погодные условия, продолжили следить за гонкой и зрители. Среди них мировые чемпионы, пилоты команды КАМАЗ-мастер. Это классно. Вот сейчас смотрю, стою гонку и смотрел заезд. И как-то самому даже хочется попробовать, но это интересно. Особенно в дождь, борьба идет непредсказуемая. Вот. Здорово, здорово. По итогам двух дней соревнования определили по 3 победителя в 5 классах. В общекомандном зачете первое место завоевала команда КАМАЗ-мастер юниор-1, второе КАМАЗ-мастер юниор-2 и третье темп из Ижевска. Это был первый этап первенства республики. Всего их планируется 7, 3 из которых пройдут в Челнах. Ферния Сулейманова, Радик Ганеев, Челны 24.